Сережа, я знаю, под какую мы песню сделаем влог. Сегодня мы снимаем новый влог, мы едем в Одессу на гешефт. В общем, мы, как всегда, спешим, опаздываем, но я не закрыла микрофон. У нас, как всегда, много сумок. Когда же мы уже поедем в другой город вообще без сумок? Нам негде заряжаться, поэтому я буду вообще какими-то маленькими кусочками все снимать, чтобы хоть какое-то видео получилось. Вообще такая весна, какое сегодня число, 26 декабря, а здесь настолько тепло, что и классно, именно такая погода весенняя, да? Наконец-то мы можем увидеть Одессу такой, какая она есть. Мы вспомнили, что наш крутой друг Саша, оказывается, живет в Одессе. Это он тот чувак, который собрал нашу компанию в своем теплом уютном доме. Без обеих! Назвать кого угодно! И все в камеру! Все в камеру! Сегодня будем тусить, и я увижу море, которое я не видела уже 6 лет. 6 лет я не видела море, капец. Меня не видно, но главное, что видно детский порт, который я так хотела давно увидеть, потому что это так круто. Я сейчас так спокойна, и мне так круто, потому что вырваться из привычного места всегда очень круто. Сейчас такое удовлетворение, и пофиг, что меня не видно. Класс. Море! И мы сейчас собираемся очень быстро, потому что мы опаздываем, мы хотим покушать, потому что вчера целый день мы просто в Маке питались, поэтому нам нужно нормально покушать. И мы все, как всегда, опаздываем. Видно море из окна. Я всегда это хочу. Даже корабли не видно. Ну, такое солнце крутое, мне прям хочется. В Одессе жара и вообще невыносимая жара. Типа отметить там что-то море и галочки. И елка. Закончился, все так быстро пролетело, мы очень уставшие, и
довольны, потому что у нас очень много чего купили. И теперь все складно. Мы, наверное, никогда не видели, как все это происходит, как все собираются, сколько это всего. Как собирают эти вешалки, эти пакеты, сворачивают в очередь, отправляют из другого города коробками. Это столько всякой возни, но это очень круто. Это особая атмосфера, как все собираются. Я вам покажу. Все, мы стоим, ждем такси, Сережа. Все собрали. Ты специально? Я не специально. Капец, отвечаю. Я реально не специально. Ты это видишь? Что? Шаурма по рецепту Майкла Джексона. Мы наконец-то отправили все посылки, избавились от этого груза. И теперь мы свободны, и у нас есть 4 часа, чтобы увидеть Одессу. В Харькове сейчас снегопад огромный, и мы приедем, завтра там будет минус 10, а здесь плюс 17. Море зимой, оно вообще какое-то особенное, потому что здесь так пусто. О май гад, как красиво, я покажу вам сейчас море. Я наконец-то увидела море, я слышала запах моря, я так рада вообще. И через 2 часа у нас поезд, или через 3. И так грустно, что мы не успели увидеть Одессу. Саша! Так грустно, что мы не успели увидеть всю Одессу, что мы эти 2 дня работали. Блин, Саша, я рассказываю про серьезные темы. Классно. Мы выбрались на пирс.